Все течет, все изменяется, но одна традиция в областном центре остается неизменной. В День знаний 1 сентября чествуют самых талантливых детей областного центра. Высокие достижения в спорте, науке, культуре и общественной деятельности не остаются незамеченными. С 2007 года более 300 одаренных ивановских школьников получили городскую премию. В этом году во время церемонии состоялась презентация портала «Иваново детство РФ». Этот информационный ресурс объединил в себе все данные о дополнительном образовании детей. Здесь можно найти сведения о городских секциях и кружках, будь то танцы или пение, рисование или музыка. Подобрать занятия по душе теперь не составит труда, стоит только захотеть.